У тебя очень красочная философия. Да. Но мне не хватает красок, чтобы ей соответствовать. Зато я шью красивую одежду. Получается неплохо. Показать? Пойдем. Боюсь, у меня только синяя ткань. Из нее шьется униформа. Я могу сотворить целый тканевый мир, но лишь синего цвета. Тебе бы понравился унифицированный синий мир. Так ты портниха? И что шьешь? Мишек. Игрушки для детей. Ну и взрослые порой не отказались бы от такого. Хочешь игрушку? А, даже не знаю. Синий – благородный цвет. Теперь я его ненавижу. Скажи, а не мог бы ты мне кое с чем помочь? А существуют краски, кроме синих? Конечно. Но их из ягод добыть невозможно. А обычные краски... Хотя забудь. Так, и где я смогу их найти? У военных был запас красок для тайных меток. Но потом об их делишках все узнали и... Ну, ты в курсе. Они кучу всего побросали. Различные краски можно найти в контейнерах. Их не раз замечали в городе, но они либо слишком высоко, либо в опасных зонах. У меня есть карта, где все отмечено. Я их добуду. Спасибо. Но поспеши. Некоторые контейнеры открыты. Под палящим солнцем краски долго не проживут. Ладно, понял. Поспеши. Молю. Отправляйся за кра... Вот что я нашел. О, мой герой! Если тебе потребуется мишка, кролик или... даже зебра. Хочешь зебру? Только скажи, и я сделаю бесплатно. Щедрое предложение. Похоже, в других районах тоже видели краски. Если у тебя будет свободное время... Настроение не то.
Черт, Амир, как нам без тебя быть? И как же им быть? Огромное спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, обсуждаем. До новых встреч!